Он потом не развернется, это уж точно. Ребята, наваляют ему задницу. Это что-то. А это кто такие? Я вас не знаю. Иди нафиг отсюда. Это что такое у тебя нога? Какая-то свечка, что ли? В морду бьет, смотри. Оп! Да-да-да-да. Смотри, прям шары полезли. Вампиры полетели, смотри, реально полетели вампиры, да? Какие-то синие. Ты куда пошла? Красавица, куда пошла? Смерть уже куча в куче, бля. Это что такое полетел? А, мама, сам, ты что? Офигенно, офигенно. Разворот. Я тебе говорю. Ты видал, как пробка вылетела с этой улицы. Чертов, да, слушай, ну... Мама, ты, одни задницы торчат. Где моя смерть? Все, разворот, все, кана. Но он не пройдет через арку, чтобы добить остальных. Он застрянет в этой арке. А как он орет, ты посмотри. На тебе еще раз добавочку. Смотри. Ну, барышни-викинги. Нет, тут еще мужики из бородатые. Или барышни-бородатые. Я не знаю, кто там, кто есть кто. Здорово, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, Спикер, и продолжаются наши самые обалденные боевые сражения в игре Тапс. Ну что, друзья, давненько мне тут не было, давненько всяких плюшек появилось, посмотри, сколько всего здесь появилось. А против нас сегодня всего лишь два пехотинца с мечами, щитами, без щитов. А нам дают, погоди, а нам дают всего лишь одного. А, да, точно одного. Одного и дают нам 100. Серьезно, что ли? Все, один пехотинец против двоих. Это что-то интересное. Ну окей, давай, погнали вперед. А не знаю, какая будет у него тактика, но он должен придерживаться какой-то тактики, чтобы быть победителем. Давай, бей, сильней бей. Второй подходит, мимо. О, вот это да, вот это нежданчик. Погоди, 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 минус один, минус второй. Вот это да. Это просто обалденная победа. Ну что, погнали дальше, что у нас будет дальше? Конечно, поставь лайкосик, поставь комментарий, и мы, конечно же, посмотрим сегодня всех, наверное. Вот, вот они, теперь доступны все, и можно их посмотреть. И реально тут много. Слушай, это кто такие, а? Ты кто такой? Поближе посмотреть можно? Даже можно камеру поправить так, вот так. Это у нас вампиры. Прикольно. А, это у нас вампиры. Что у нас тут? Это самурай, это я знаю, видел. Этих я тоже видел. Викинги, змеи, все это я и видел. Но вот мне что интересно. Это что у нас? Это кто такой? Это у нас скелеты, слушай, прикольно смотрится. А это кто такой? Это вампир, погоди. Это скелет. Это что-то... Это что такое? Это, кажется, обкурился. Так, погоди, вот мне интересно посмотреть. О, вот это да, вот то, что нужно, погоди, ну-ка посмотреть вот так. Обалдеть. Так, а можно? А, нужно камеру менять и поставить обратно. О, вот это понимаю. Против нас 5 мамонтов. Да, вот таких, упоглазники, кстати. А у них на шее кто-то сидит. Ребятишки, школьники сидят. Школьники залезли у нас наверх. А, окей. Тактика от спикера, как всегда, интересно. А это кто такой? Это взрыв. Это что такое? Это что за щупальца? Это смерть. Ну хорошо, пускай. Одна смерть против 5 мамонтов. Что у нас получится, даже не знаю. Так, погнали, погнали. Погоди, пускай, пускай. Не-не, пускай сама. Сейчас будет у нас что-то. Ну... Так, минус мамонт? Нет, не минус. Так, мамонты зажимают смерть уже в куче, бля. Это что такое полетел? А, мамонт сам, ты что, бодаешь своих же, обалдеть? Ты посмотри, что происходит, школьники снизу. Мамонты, одни задницы торчат. Где моя смерть? Смерть моя где? Все, что ли, победа? Обалдеть, одна смерть против 5 мамонтов, против 5 школьников. Это реально, тактика будет офигенная. Это не то, что было король и медиков, кучу. Это всего лишь одна смерть, один мамонт и все. И все, что ли, серьезно, больше никого. Нам дали 2200. А, 2500, не хватает чуть-чуть. Ну хорошо, у нас есть вот такой киндер, погоди, да-да, вот так у нас такой есть киндер. Погнали, что он будет делать, слушай? Это шаман, что ли, я не понимаю. Оп.
Конечно же, проигрыш. Погоди. Мамонт находится в самом наверху. Как его можно уничтожить? У меня появилась идея. Смотри, смотри. Мы берем катапульту. Ну-ка, уйди отсюда. Катапульту, понимаешь, и прям в уже... И прям в морду бьет. Смотри. Оп! Да-да-да-да. Смотри, прям шары полезли. Поехали. А, как он орет. Ты посмотри. На тебе еще раз добавочку. Смотри. Сейчас добьет. О, ты что такое? Погоди, так нечестно. Бей еще раз катапульта. Катапульта бей еще раз. Во, похари. Капец. Ты взрыв с задницей пытается подняться наверх. Да ну нафиг. Бей, бей еще раз катапульта. Давай, чувак. Со всех сил. Прям по морде. Прям по морде бей. Я думал, будет всего лишь один камень. И будет одна смерть. Но не тут-то было, мамонт. Смотри, как еще ковыряется, пытается подняться. Уж задница наверх. Слушай, катапульта сколько? 5 раз стрельнул. Еще живой мамонт. Она вообще попадает. Урон наносит? Нет, мамонт. Оп, куда полетел? Не туда. Это что за мамонт? Он как-то не вписывается в город. Ну, давай еще раз. Чувак, давай еще разок. Прям задница. Ай, не могу, погоди, погоди. Сейчас разберемся. Чувак, разберись с мамонтом. Всего лишь один мамонт. Вхарю ему. О! Подпрыгивает. Он аж подпрыгивает. Ух, погоди. Ну, добей его. Чувак, добей его. Я не понимаю, сколько у него там урона. Ты что, бессмертный, что ли? А, походу, смерть вселилась в мамонта. С предыдущей катки. Ну, давай еще разок. О, прям по заднице. Ты же живой еще, что ли? Я не понимаю. Как там сейчас стреляешь? Как ты живой еще? Прям с задницей. А, проигрыш. Чувак просто упал вниз уже. Все, не выдержал. Ну, интересная была тактика, согласитесь, конечно. А, 2250. Что можно сделать против мамонта? Ну, конечно, можно самураев. Вот так, самурай, понимаешь? Офигенно будет смотреться. Самурай сейчас закидает звездочками. Все, давай, погнали. Конечно, тактика будет проигрышная, но, знаешь, будет интересно. Ребята, кидайте. Вы, по идее, должны были кидать прям, прям сверху. Во-во-во, прям так. Ну, примерно так. Смотри, уже набивает ему. Как-то трясет он как-то. Ребята, накидывайте. Где мои ребята? Этот чувак идет. Другой накидывает. Во-во-во, понимай, смотри. Самурай гораздо круче, чем были катапульта. Поехали дальше. Что у нас дальше? У нас конец кампании. Но у нас есть еще кампания. А давайте начнем новую кампанию. Погнали дальше. Сколько здесь всего? Сколько здесь всего? Это кто такие, ребята? А, викинги. Барышни-викинги. Нет, тут еще мужики из бородатые. Или барышни бородатые. Я не знаю, кто там, кто есть кто. Есть лучники, острелы синие, да, замораживающие. Понятно, тут у нас викинги, все красота. Но понимаешь, ну все это не то, это не серьезно. Я вам говорю реально, это не серьезно. Вот, вот по-серьезному. Нет, конечно, все раскидает, будет красиво. Но хочу посмотреть, знаешь, эпичное сражение. И тебе, конечно, мой друг, показать. Эпичное сражение викинги против скелетов. Ну, как тебе? Реально эпично. А здесь у нас будут лучники, видишь, зажигающие лучники. Прям, знаешь, будет сейчас спартанская битва. А это кто такие? Я вас не знаю. Иди нафиг отсюда. Это что такое у тебя на голове? Какая-то свечка, что ли? Слушай, ты всю картину, всю поляну портишь. Погоди отсюда, мне не нравишься. Ты мне не нравишься. А, вампиры, вот так будут вампиры. Следующий ход, видишь, так. И, конечно, всем этим должен заправлять. Кто должен заправлять? Музыканты. Как же без них-то? А, все, погнали. Ну, погнали, давайте посмотрим, что у нас получится. Ребята, давайте, кто есть кто? Я не понимаю, где они. Ребята, вы где? Стреляете, нет? О, викинги. Это что такое? Стреляет, реально стреляет. Вампиры полетели, смотри, реально полетели вампиры, да? Какие-то синие. Ты куда пошла? Красавица, куда пошла? Обалдеть. Лучники пока справляют. Смотри, стрела летает. Обалденно, красиво. Вампиры летают. Шикардосик, все. Музыкант играет. Как положено.
Так, замораживающие стрелы. Ох, это самое обидное, знаешь. Блин. А, ребята, в атаку, в атаку. Лучники против лучников. Ну, кто крутой? Кто самый крутой? Все, раскидываем, реально. Мертвые скелеты всех раскидываем. Погоди, там еще барышня осталась. Это барышня. Да, походу барышня тут брат. Ну прям. Прям заптится. А, нормально, нормально. Все нормально, катку выиграли, все пучком. Так, что у нас? Кто ребята? А, копейщики, спартанцы. Спартанцы. Понимаешь, спартанцы не видели смерти. Они, знаешь, такие боевые ребята, они. Они не видели смерти. Я хочу им смерть поставить. 2500 мне не хватает. Соточки всего лишь. Хорошо, окей. А давайте посмотрим, как у нас будут теперь наши ребята. Да-да, наши ребята. А, погоди, что не... А, понятно, территория, все понял. А, хотел поближе поставить. Не получается. А, сделаем по 2 ряда на каждой улице. Смотри-ка, там 3 ряда уже. 3 ряда есть, здесь тоже сделаем по 3. Так, по 3. И, конечно, сзади должны быть лучники. А как же без них? А, вампиры мне не очень понравились. Вот таким макаром. О-о, погоди, вниз. Вниз спустись. Вот так. Все, четко по нулям. Погнали. Все, четенько по нулям. Так, ну что, у нас две улицы. Ребята, куда пошли? Ребята, вас зажмут с двух сторон. Ох, нет, смотри. Все нормально. А Спарта идет. Нет, ребята, нет, один дом. А у нас там что происходит? У нас там заварушка. О, щиты. Эй, в ножек не стреляй. Какого черта в ножек стреляй? Прям в спину. Наши кости все. Все попадали кости. Это Спарта, кости мои все падают. Ребята молодцы, конечно. Ничего не скажешь. Ну что, стреляем. Ты куда стрельнул? А он зачем стрельнул в обратную сторону? Все фигня, полная фигня. Давайте сделаем так, проще. Короля, нам нужен король. И кучу медиков! Вот и все. Вся победа. А, погоди, ребята, вы снизу? Вы должны быть снизу. Во-во-во-во-во-во, все. Один король и кучу медиков. Все, тактика от спикера. Ну, давай, король. Я неправильно маленько расставил. Наверное, сейчас моих медиков уничтожу. Давай, король. С одного удара сразу троих. Ну, давай, троих. Ну, двоих точно сделал. Нормально. Так, медиков не трогаем. Погоди, короче, справляйся. Потом разворачивайся и гаси остальных. Как подбросил. Копейщики, к ним не подойти. О, меня сзади подошли. Так, король, давай, добивай. Ты мертвый? Ты ж мертвый, нет? Отдыхает. Копейщики застряли. Чувака аж несут. Погоди, кто его несет? Спарта, он прям на голову сел. Да посмотри, прям со спины. Ну это как-то не по-спортивному. Король валяется уже. Король, вставай. Поднял король, смотри. Да, вот так, давай, король. Что это за куча мама? Так, змеюки. О, змей не видел. Сколько змей-то, обалдеть. Проигрыш. Все офигенно, но змеи меня добили. Нашего короля добили змеи. Не проблема, вообще не проблема. А что можно придумать еще? Вся проблема то, что он идет не по той улице, понимаешь? В принципе, тактика хорошая, но вот так нужно сделать. Мне кажется, вот так будет самое то. О, вот так, все, погнали. Давай, король, медики его лечат, король всех убивает. Все гениально и просто. А король зашел за угол и раскидывает. Медики ближе к королю. Меня пойдут сейчас с флангом. Давай, гаси. Зажали короля. И он как-то одного только убил. Щитами его зажали. Все, ребята, отдыхайте. Но копейщиков не может подойти. Копейщики слишком далеко держат короля. Пошли сзади. Снова обошли. Что такое? Не день короля. Понятно все. Окей. Все понятно, не то. Что у нас еще? Погоди, что-то у нас есть еще. Змеюки 300. Дорого. Вот что нужно. Нам нужен Минотавр. Зевс тоже хорош, но не пойдет. А может Спарта против Спарты сделать?
Мне нужны 750. Вот такой. Сколько их можно? Трое сделать. Ну, неплохо, но не то. Совершенно не то. Мне нужно что-то реально такое, знаешь, бомбическое. Мне нужно что-то новенькое. Ты кто такой, как ты, я не знаю тебя. Иди отсюда. Я тебя не знаю, это вампиры, нет, не том. Даже не знаю, знаешь, что ты... О, точно, мне нужны вороны. Они помогут. И, конечно же, нужно сделать еще парочку. Все, что ли, одного можно сделать? Нет, не том, тоже. Ну, 4 ворона против Спарты. Но это не серьезно. Это же Спарта. Это не серьезно. Ну... Тактика короля была, в принципе, подходящая. Я даже не знаю. Давай катапульту. О, сколько стоит? Ты косарь целый. Целый косарь. Сделаем короля. Король. Короля 1500 не хватает. Катапульта. Я не знаю даже. Я знаю. Мы сделаем вот так. Мы катапульту поставим сюда. Здесь поставим много-много лучников. Все. Погоди, не так. Вот так. Вот так. Все, готово. Поехали! Очень сомнительная тактика, но знаешь, сейчас посмотрим, что получится. Хотя, знаешь, были стрелы хорошие у... Катапульта, стреляй! Куда едешь? Стреляй, катапульта, давай! Ну, разок! Вообще не раскат. Вообще не хочет стрелять. Смотри, он пытается заехать вплотную. Он пытается задавить Спарту. Катапульта, ты что творила? Она пыталась сдавить Спарту. О, еще сражение идет. Один лучник остался. Прям в карю ему. Прям в карю. Да погоди. Ну что тут не так? Я не понимаю. Я не понимаю, почему катапульта не стреляла. Ну не фермеров отправлять же. Он с тачкой с этой целый косарь. Да дорого. Да погоди. Мне понравились вот эти ребятишки. Да, вот эти ребята довольно, знаешь, неплохие. А можно еще, знаешь, так, подмогу чуть-чуть. Вот так. И, о, кстати, точно было маленько подальше отойти. Так, теперь тут то же самое. Ну, давай, теперь должна быть победа, точно. Должна быть точно победа. Так, одного убрать сюда. Все, погнали. А нет, еще можно. 140. 140, еще одного можно поставить. 60. Погнали. Ну, ребята, давайте. Каждый по своей улице идет. Лучники есть, пехота есть. Все офигенно должно быть. Победа за нами. Ну, сейчас реально должна быть победа. Давай, ребята. О, змеюки пошли. У них тоже. Змеюки, скелеты. Чертов с два. Они обходят с фланга все равно. Змеи. Вся проблема змей. Они реально такие противные. Давай, прям в спину, лучники. Гаси их. Гаси, Костик, куда идешь? Огонь в него. Еще раз огонь. Щиты. Я знаю, кого поставить против щитов. Мои кости разлетаются. Все, змей. Минотавры мне нужны сейчас. Да, минотавры. Они офигенно будут справляться против, знаешь. Они будут раскидывать всех подряд. Где минотавры? Я уже и не помню. Шаманы тоже, в принципе, подошел. Знаешь, что шаман подойдет. Он реально здесь подойдет по шаману. А шаманы есть? Вот он, 1600. Один минотавр. Ну это не серьезно тоже. Это не то. Ребята с щитами. Вот так у нас будет. Сколько? 900 еще. Еще 900 еще можно поставить. Ну это тоже не серьезно, но можно попробовать. Слушай, Спарта реально серьезные ребята. Как победить их? Победа будет за нами. Сейчас шаман раскидает. Опять змеи. Вот с этой стороны эти змеи. Зачем ты против змей-то? 4 чувака одну змейку убивает. Что у нас там происходит? Погоди, что у нас тут происходит? Да ни черта не происходит. Шаман стоит. Эти лежат. Все, шаман полетел к чертям. Погоди, все, я понял, кто нам нужен. Вызываем тяжелую артиллерию. Нам нужен мамонты. Где мамонты? Мамонты. Мне нужны мамонты. Где они? Где ребята эти здоровые? Я их потерял. О, вот они. 2200. Всего лишь одного мамонта. Давай его вплотную поставим уже. Вот так. Погнал. Правда, против змей там всего лишь 3 змеюки. Да фигня. Мамонт. Ты куда полетел? Он испугался змей, что ли? Во, задавил. Давай, мамонт, гаси. Вот так.
давай, давай, дави, дави их об стенку, значит, застрянет, слышим. Он потом не развернется, это уж точно. Ребята, наваляют ему задницу. А, все, все, змей топчем. Офигенно, офигенно, разворот. Я тебе говорю. Ты видал, как пробка вылетела с этой улицы. Черт, с нас уже, ну, по улице он... Он, давай ногами, мама, погоди, отлично. О, Лёша. Нет, все, все офигенно, но понимаешь, ну, не то. Еще разок, мама, вот сюда. Он не развернуться ему, его толстая задница не развернется. Сейчас он уничтожит одних, и вот тут, на главной улице, он развернется. Сейчас все будет офигенно, смотрим, смотрим. А начал, он не проходит по улице, он такой неуклюжий. Во-во-во, вот то, что я хотел! То, что я хотел, давай, давай, смотри, прям целый отряд, все, разворот, все, кана. Но он не пройдет через арку, чтобы добить остальных. Он застрянет в этой арке. Он точно застрянет в этой арке, слушай, слушай. Там трое, четверо. Да фиг знает, кто сказал, там мелочь осталась пузатая. Мама, давай, давай, вот таким он, прям харь. Победа! Да-да-да-да. Обалдеть, слушай, он реально взял. Он взял эту катку, дорогие друзья, уже увидимся в новых роликах. Конечно, поставь лайкосик, комментарий, мне будет приятно, я тебе отвечу, и увидимся в новых роликах со спикером. Всем спасибо, кто смотрел, и до новых встреч. Всем пока.